По новгородским улицам на мотоциклах ездят дети. Это видео только за один день набрало почти 20 тысяч просмотров в соцсетях. Видеорегистратор фиксирует, как детские фигурки на мототехнике преодолевают перекресток в оживленном Колмове и двигаются дальше, пытаясь обогнать грузовик и уворачиваясь от встречной газели. Пользователи группы ЧП ВКонтакте отмечают, что ребенку в красной куртке явно не 16, а кто-то интересуется, исполнилось ли ему и 10 лет. Очевидцы сообщают, что видели подростка в других районах города и задаются вопросом, куда смотрят родители.